Так, домкрат речный. Что там, матрикс? Вот вон и данные. Ну, длина, наверное, не зависит от этой части. Просто рейки разные, цена разная. Вот так он все выглядит. Многие, конечно, видели. Изгибается у него рейка, конечно же. Что я сейчас поднимаю? Поднимаю я поджерик. Поджера спорт. Вот он стоит у меня на одном домкрате. Колеса полностью заблокированы передние. Так. Вот эти вот пальчики зашплинтованы, они вот такими вот булавочками. То есть отверстие где-то 3,5 миллиметра в пальце, а булавочка миллиметровая, 1,5 миллиметра. Надо вот их заменить сразу, потому что они бывают, вылетают, он в багажнике просто развалится на части. Вот этот вот фиксатор, он уже не фиксируется. Вот. Просто с простой жестины, толстый такой, сделанный. Он так защелкивается, ручка держится, уже не держится. То есть просто лежит в багажнике и уже сломался. Мне он помог раз вытащить УАЗик. Не мог я, ну другой УАЗик зацепил, не мог сорвать. Он как бы висел на трубе, на железной большой. С дороги съехал и вот натянул трос УАЗиком и этим домкратом поднял ему морду и так вот вытащил, короче, его. Ну, вот так поднимает. Все, клювик вот этот я снял, потому что он у меня упирался в заднюю дверь Хантера. Ну, здесь я поднял, открыл дверь заднюю, чтобы он, если что, сорвется, чтобы не помять дверь. Вот так. Ну, а так вполне рабочий вариант. Если вы не занимаетесь джиперством, а так чисто, чтобы он был, когда-то что-то поднять для ремонта, или может где-то в лесу помочь, по грибы поехали раз в год, то вполне можно брать. Все прекрасно работает. Конечно, люфты тут вообще страшенные. Да, ну что? Даже чурки подлазят. Ну, а так, по пользованию. Когда вы опустите, машина опустилась, то есть он падает сразу. Там даже инструкция есть от него. Эта часть, механизм, он падает. Просто, ну, машина встала на колеса, расслабились, пружины в ней нагрузились. Тут должно 5 килограмм на крюке быть нагрузка, чтобы он не упал. Нагрузка перестала сюда идти, и он падает. То есть ноги, чтобы не ударить. Ну и удобно, в принципе. Вы можете его... У меня стоял на чурках. Так вот, например, в сложенном состоянии напускание ставится. Поднимаете на нужную высоту, за ручку держите. Все, вот он на подъем. Вы подогнали крюк, раз, лапкой. Все, и на опускание. В принципе, ну, 5000 ему цена была 2 года назад. Это в Знаменке. Как бы можно его подешевле, конечно же, найти. Вполне себе. Ну вот меня напрягает то, что изгибается очень рейка. УАЗик за морду поднимал, прям один здорово изгибается. Ну так, чтобы был, можно, в принципе, взять. Только вот эти вот поменять булавочки. Надо, я сейчас займусь этим.